Такой с вечера снег валил. Думала, к утру прям сугробы будут. Даже лыжи из подвала вытащила, представь. Но ожидания не оправдались. Придется пешком идти. Фонтаны решили не закрывать, что ли, в этом году. Решили, пусть живут как все. В естественной среде. О, кто-то на руках ходил, что ли. Да, мало снега нам, конечно. Вот по этой плитке ходить-то невозможно. Скользко, скользко. Пожалела, что лыжи не взяла. Приходится ходить вот по таким кушерям. Вот. По земле. Так хорошо идти, не то что по этим плиткам. О, грязюка какая. Тут бы чуть-чуть полежал бы снег. Нет, не будет лежать. К обеду весь растает.